15 октября свой профессиональный праздник отметили работники дорожного хозяйства. День работников дорожного хозяйства – это праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами нашей страны. Накануне праздничной даты в городском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших работников дорожной отрасли Славянского района. За 80 лет прошли огромные изменения. Мы сегодня смотрели фильм. Конечно же, те дороги, ветки сегодня ушли в прошлое. Сегодня крупные, современные развязки. Сегодня аведуки различные. Сегодня стройка века – это Крымский мост. Вы знаете, самое главное, вот, наверное, не то, что изменились технологии. Сегодня современные машины, но остались люди, преданные этой профессии. Особые слова сегодня благодарности ветеранам отрасли, которые заложили прочную основу нашей дорожной отрасли. В честь профессионального праздника работникам дорожной отрасли Славянского района, многие из которых не один год трудятся в ДРСУ, вручили почетные грамоты и памятные подарки. Завершилось мероприятие праздничным концертом.